Так, ребята, едем опять. Посмотрите, с кем. Оксаночка, приветик. Привет. Вот, и едем мы, посмотрите, как. Завезли сейчас велосипед, отправили на почту. И сейчас едем на филармонию на концерт. А у Оксаны, дочки, тоже концерт у ее Алисочки. И посмотрите, как мы открыли люк. И как это все выглядит. Ой, подожди, надо было туда ехать. Блин, я за это засунулась. Ну ладно, проедем два еще чуть-чуть больше квартальчику туда. По проспекту уже. Вот, и, ребята, такие дела у нас. В общем, классное настроение. Уже лето. Уже хочется все. Наряды какие-то, платья надевать уже хочется. И наслаждаться жизнью, да? Смотрите. Вот они мы. Вот, и с вами я прямо сейчас, я быстро коротенькие видео такие буду выкладывать, потому что у меня что-то с памятью на телефоне, надо ее телефон очищать именно. iCloud тоже принимает, но именно сам телефон уже перезагружен информацией, и у меня надо его очищать, это целое дело. Поэтому в такой программе снимаю, чтобы более кратко вам что-то показать, рассказать кусочки из моей жизни. У нас такая музычка, громче чуть-чуть. Вот, и тут у нас все проветривается. Вот вверх, вид сверху получается. Такое вот. Ну и мы, посмотрите, в какой мы машине, как всегда. Красивая, шикарная, самая-самая лучшая. Электрокар – это машина будущего. Реклама Теслы. Да. И, кстати, сейчас очень классная песня, я просто обалдела. Зиверт зовут певицу. И у нее лайв есть песня такая, половина песни на английском и куплеты на русском. В стиле, такой стиль, deep house. Очень классная, введите, Зиверт называется. Такая современная музыка классная. И смысл в этой песне просто нереальный. Там целая философия в этой песне, что нужно наслаждаться жизнью. И если ты не кайфуешь, то даже не смей говорить об этом. Нужно наслаждаться каждым моментом. В общем, смысл обалденный. Все, ребята, подписывайтесь на мой канал. Обязательно ставьте колокольчик, чтобы приходили новые уведомления. И досматривайте всегда до конца мои видео. И пишите свои комментарии обязательно. Такая у нас будет с вами связь. Все, целую вас, пока.